обязательно, о чем мы говорили в начале. Если вы делаете какой-то акцент, да, акцент, вы должны обязательно додержать его для того, чтобы зритель, на время, чтобы зритель увидел, обработал в голове и начал хлопать. И вы еще стояли в этот момент. Да? Не точка поколебали, точка баланс, и все сразу, да? Спасибо. Да? А чтобы до конца. Попробуй еще раз. Мы не должны знать, что ты сделаешь. До последнего. Это же удивительно. Окей, лучше. Ну, чуть-чуть, да, опять же. Затряс. Видели этот момент? Да, кто-нибудь? Это сразу теряет, да. Держу, да, это реакция, что-то интересно. Да, опять же, если даже это разбирает, если я выхожу. Я потом могу выдохнуть, ничего сложного, да? Но я заставляю зрителей смотреть каждый момент, ожидаешь, вот сейчас, да. И я раз я остальные пары уже не смотрю, и судьи не смотрят, да. Смотрят, да, на мою пару, которую я стараюсь додержать. Если я танцую, да, я не стараюсь просто смотреть, это понятно, да. Пока не будет пары, которые там слово или более выразительные мелодии, не будут танцевать друг с другом. Интересно, да, что будет потом. Вот, это окей. Да? Теперь я хочу попросить девушку. Спасибо. Девушку, которая вышла бы, сделала бы то же самое, да? Но как девушка. Да? Сделала бы что-то более женское. Ну кто? Никому не согласен. А почему? Стесняетесь? Честно скажите. Чуть-чуть, да? А чего боитесь? Подождите. Да? Смотрите, вот это вот сомнение быть не должно. Да? Хорошо. Кто стихи знаете петь? Можно там выйти и почитать стих какой-нибудь? Самый простой. Ну, что уходит, что хотите. Вот. Да? Вот в этом. Окей, вы давайте. Не, я? Да. Только чтобы мы где поверили, чтобы похлопали, нам понравилось. Серьезно? Я же на нас дрячу кружу, дети последние приходят. Хорошо. Вот если бы... Кстати, да, я не хотел хлопнуть. Я не начал хорошо, но... На четверочку, да, потому что глаза закрыл. Потому что, когда начал говорить, прикрыл немножко вниз, да, не смотрел, не говорил каждому это, да, понимаешь? Немножко не ушел в себя, но при этом, да, активно, да, с выражением. И в конце так, на-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 на. Если не твоя пауза вот в конце, потому что ты стоял и ждал, да, вот это вот. Да, это начал хлопать, это было реально клево. Да, но последний акцент у нас был та-та-та-та-та-та-та-та, там. И что? А ты вот так, да, затих, да, и все задумываются, все. Да, и что-то должно быть до конца. Да, окей, да, где девушки, да, кто? Выйди. Да, давай. Что-то давай, чтобы все сейчас потекли. Все достаточно. Хорошо. Нет, окей, молодец. Единственное, да, опять же, окей, хорошо, да, в принципе, понравилось. Но немножко, опять же, немножко ты себя сдерживала, да? Почему? Ну, не до конца, не так ярко. Да, мне все равно, мне все равно. Да, ну, да, ну, так тоже не очень-то было. Ты не до конца пальчиками сделала, по-хорошему, а оно не надо. Да, я могу... Мне все равно, да, но вот этот момент, нет, вы не должны думать о том, как вас оценят, да, вас оценят, ну хорошо, ну вы пытаетесь, да,
Потому что вот это самый большой проблем в танцах, это психологическое, да, когда вы не можете что-то сделать, когда вы... Да, самое простое, выйти стишок, там, выйти бедро, вы же все это умеете, там, где все это можете, выйти бедром показать, подмигнуть, да. Да, покачать бедром что-то, да, что-то сделать, да, женское чисто, и чтобы быть в этом уверенным. Парни там, не знаю, кадрить или что-то, вы же, наверное, на полную стараетесь. Вы там с подружками, смотрите, сейчас я ему там буду вот и глаз подниму, еще сейчас пройду, там задену как-нибудь, да, специально все вот это все походили. Вот. Вот это естественно. В танцах это должно быть то же самое, абсолютно то же самое, но в несколько разов сильнее именно. Вот. Потому что это как театр, да, вы это должны видеть. Вот. А, окей. Так. С этим мы, можно считать, закончили. А есть еще кто-нибудь хочет попробовать? Возможно, последнее. Попытаться, я ошибки разберу. Показать. Я вот могу так, а я могу так. Вы не должны бояться, что... Здесь все свои, все. Давай. А, давай, прости, я верю. Ты же все? О, ты хотел? Ну, видишь, реакция, да? То есть, это, да, мне это интересно, ну, прикольно, да. Замешал. Я по-другому не могу. Вот, вот, а вот, вот это потому что, да? Вот, не бойтесь делать чего-то того, что вы не умеете, да? Это танцы, да, вот это сам. Ребят, это было глупо. Это глупо то, что он сделал. Ну, в принципе, вот так, вот, со стороны вот, вот, танцевать, конечно, это на улице, да, он рябкой вам конец. Нет, ну серьезно, все это не считаем. Я его тоже делаю там, не знаю, да, но. Опять, это было убедительно, что он хотел это показать. Он это показал, вы оценили, да, да. Если бы у него это не получилось, если бы он начал кривляться как-то, да, там, ну, там что-то такое, да. Естественно это было бы, да, как-то специально. Если где-то естественно, все, что естественно, все не безобразно, то не безобразно, да. Вот. Только все, вот это было хорошо, то есть, когда заулыбались, потому что, конечно, если он делает себя женственный боль, да, он не реагирует на серьезную реакцию. Как классно, вкусно. Особенно мужчин, да, конечно, смех, там эмоции. Но они как бы были, это окей. Окей, так, мы сейчас. Это что касается восприятия, да, то, как мы должны, да, вот тут доносить до зрителей, чтобы они верили, каждое движение, которое вы делаете, любое. Давай такое сейчас задание, значит, сейчас встаем в пары, да, и постарайтесь какое-нибудь самое раскрытие, поддержку нужно сделать, показать. Мне даем мелодию одну, да, чтобы я поверил, что вы хотели акцентировать внимание на этой фигуре, да, например, можно